Сотрудниками уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в серии краж денежных средств из банкоматов в краевом центре и поселке. Злоумышленники действовали преимущественно в ночное время. Они использовали программное обеспечение и вскрывали платежные терминалы, затем похищали находящиеся в них денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали их в момент вскрытия очередного терминала. При обысках были обнаружены инструменты, компьютерное оборудование, а также два дорогостоящих автомобиля, приобретенные на похищенные денежные средства. Была установлена причастность фигурантов к 8 аналогичным противоправным деяниям. Сумма причиненного ущерба превышает 15 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении задержанных двоих молодых людей и 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.